Ольга Урманова в молодости более 10 лет подряд играла в составе женской команды по хоккею на траве в Таджикистане, а затем в Узбекистане. Заняться же тренерской деятельностью ей предоставилась возможность в Талдыкургане. Вместе со своим мужем Махмудом они начали очень активно развивать этот вид спорта с 2005 года. «Начинать первым всегда сложно», — говорит тренер. В то время очень помогла поддержка со стороны руководства Алматинской области. Да и огромное желание самих ребят не только играть, но и побеждать на различных турнирах сыграло положительную роль в становлении хоккея на траве в нашем регионе. Это очень приятно, когда в твоей команде именно представляет та страна, в которой игроки родились. И да, когда ты представляешь, и когда, допустим, мы выигрываем, нам очень приятно вдвойне, что у нас нет легионеров. Это намного приятнее. Вот. Поэтому говорю, у нас нету ни легионеров. Мы сами, все воспитанники именно Казахстана и Талдыкургана. Сегодня профессиональный клуб по хоккею на траве «Бесарыс» является пятикратным чемпионом Казахстана по индор-хоккею и хоккею на траве. Игроки клуба составляют костяк национальной сборной Республики Казахстан, чемпионов Азии, призеров престижных международных первенств. В таких крупных достижениях спортсменов большая заслуга тренера, человека, который отдает все силы, знания, душу своим подопечным и развивает их мастерство. Ольга Хаджиевна очень грамотно распределяет нагрузку, интенсивность и режим тренировок, умеет подобрать самые эффективные средства и методы физической и технической подготовки для достижения ее подопечными хороших результатов. В 2011 году открыли клуб. Благодаря нашим пацанам, благодаря нашим тренерам, труду их, днем и ночью тренировались, чтобы открыть этот клуб, чтобы доказать, что мы лучше, что в Талдыкургане мы должны открыть этот клуб хоккей на траве. Несмотря на свою загруженность в повседневной работе, Ольга Урманова всегда успевает хорошо и очень четко вести домашнее хозяйство. Все свое свободное время она посвящает приготовлению любимых детьми и мужем кулинарных изысков. И получается это у нее довольно хорошо. Даже на скорую руку хозяйке удается приготовить различные, очень вкусные и полезные блюда. И все же на первом плане всегда любимая работа и главное дело жизни – воспитание подрастающего поколения спортсменов. Всегда твой вид спорта тебя чему-то учит. Преодолевать трудности, преодолевать какие-то силовые, вот такие вот скоростные, выносливые работы. Это коллектив, и в нем нужно уметь правильно себя поставить, как игрок, как человек. Клуб Алматинской области по хоккею на траве под руководством своего опытного тренера готовится покорить новые спортивные вершины. Цель тренер перед собой поставил высокую, но весьма достижимую – подготовить игроков для Олимпийской сборной Казахстана. И вполне возможно, что именно команда Житосусского края выведет нашу страну на еще одну Олимпийскую арену. Лилия Штогрин, Айдус Калиев, телеканал «Житосу».